Здравствуйте, меня зовут Кристина, мне 35 лет, я из города Краснодар. Я обратилась к нему с проблемой нависающего живота, и, соответственно, Георгий Эдуардович сказал, что мне нужна абдоминопластика. Сегодня у нас, получается, первый день после операции, потому что вчера она была. Я чувствую себя великолепно, в восторге. Каждый раз прохожу мимо зеркала, не верю, что это я. Когда я сегодня проснулась, получается, пояс на мне, я же его сама не снимала, но потом зашла врач на перевязку, и получается, мы сняли пояс, и я была просто обескуражена. Я первый раз видела свою талию за столько лет. Вот. Потом она мне помогла сделать фотографию на мой телефон, и вы не представляете, сколько раз я уже эту фотографию пересмотрела, кому я только ее не отправила. Поэтому ну, у всех, конечно, только позитивные отзывы и приятный шок. Я, получается, подписалась на него, там какой-то такой ознакомительный ролик. Он меня расположил, вот, поэтому и я доверилась. Ой, когда только доктор зашел, я ему сразу с порога прям, ой, как я рада вас видеть. Вы прекрасно, мне вообще все очень нравится. Девушки, вот долго не думайте, надо идти и делать, потому что кайф, он должен начинаться здесь и сейчас.